Кексики, вы попали на мой канал, я вас рада видеть. И в этом видео мы вместе с вами сделаем вот такие вот прыгающие кубики. Надеюсь, что у вас их также получится сделать. Ну а мы начинаем. И я их буду делать из вот такой вот картонки формата А4. И теперь мы ее разрезаем напополам. Чтобы было ровно, вот так вот хорошо сгинаем и вырезаем. Таким образом. И чертим вот такие вот заготовочки. Так, сейчас я вам скажу, конечно же, размерчики. Итак, тут у нас с вами 6 сантиметров. Тут 1, тут тоже 1. Тут 6. Тут 0,5. Вот это вот, тут тоже 0,5, но мы это с вами потом будем вырезать. Тут тоже 6, 1, 1, 6 и 0,5. И высоту тут у меня тоже 6 сантиметров. Ну, а чтобы сделать, смотрите, вот такие вот как штучки, мы с вами просто берем, например, вот видите. Так, тут кончик и тут кончик. Вот эти вот уголки. И вот так вот просто проводим линию и тут тоже. И вот эта вот одна половинка листочка, это половинка тоже нашего с вами кубика. Да, и теперь нам с вами надо будет вот это вырезать, вот это вырезать. Так, тут вот так вот вырезаем. Вот так. Вот это и тут то же самое. Вот так вырезаем. Вот так. Так, так, это нам тоже не надо. И вот это вот тоже. Еще также для прочности можно это все с двух сторон обклеить скотчем. Таким образом. И еще тут решила сделать вот такие вот надрезики. Это нужно для того, чтобы когда мы потом с вами сгибали, не было очень сильно толсто. Можете этого не делать. И теперь нам с вами надо это все аккуратненько вот так вот согнуть. Берем линейку и проглаживаем, чтобы все хорошо у нас согнулось. И таким образом вы должны были это согнуть. Так, 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 так. Потом так тут у нас. И это тоже вот так вот вовнутрь у нас будет. И давайте я вам покажу на одной половинке, как правильно все делать. Так, для этого мы берем такую канцелярскую резинку и скручиваем ее в один оборот. Итак, затем надеваем аккуратненько вот сюда вот. Так, сгибаем. Смотрите, вот это вот сюда. Так, берем кусочек скотча. И тут склеиваем. Так. Итак, и это лишнее отрезаем, либо же подгинаем. И тут также склеиваем. Так, засовываем сюда аккуратненько и склеиваем скотчиком. И вот эту нашу с вами заготовочку склеиваем таким же образом. И так у нас с вами должно получиться. Ну а теперь достаем наши с вами резиночки для плетения и отсюда берем вот такую вот штучку. Вы даже можете использовать не в форме S, а, например, есть вот такие вот, главное, чтобы сцеплялось с двух сторон. Так, теперь берем тут и нацепляем на одну штучку. Если же у вас резинки хорошо растягиваются, то на две, но у меня нет, поэтому на одну. Кстати, это самый сложный этап. Итак, теперь ищем и вот тут вот склеиваем скотчиком. Лучше всего использовать толстый скотч, чтобы наш с вами потом кубик не развалился. Итак, приклеиваем сюда аккуратненько. Так, и склеиваем. Главное, чтобы все было ровненько. Тут у нас с вами должно быть вот так. И с этой стороны также склеиваем толстым кусочком скотчем. Так, и лишнее подрезаем. Итак, теперь делаем так. Берем вот эту нашу с вами штучку. Так, берем отсюда одну и пытаемся как-то сюда вцепить. Хопа, вот, у меня это получилось. Итак, и заключительный этап, тут склеиваем толстым кусочком скотчем. И тут внутри также как-то пытаемся аккуратненько это все склеить. И, в принципе, у нас уже с вами получился вот такой вот прикольный кубик. Итак, аккуратненько это все проглаживаем, чтобы все было хорошо, чтобы скотч хорошо приклеился. Так, и такой кубик. И вы их можете сделать сколько угодно штук, но у меня их 9. Итак, теперь их сгинаем таким образом. Так, так, и сейчас будет красота.
И вот такая вот красота с этими шариками получается. Вы еще сюда можете приклеить фоточки, наклеечки и абсолютно что угодно. У меня, например, есть вот такой вот избранный тут наклеечки с Hello Kitty, которые мне дарила моя подписчица. Также распаковочку по ссылке от нее вы можете посмотреть тут, на этом моем YouTube-канале. Ну а с вами была я, Арина. Надеюсь, что вам это видео понравилось и у вас их также получилось сделать. Но идейки для моих видео обязательно пишите в комментариях. И я, может быть, сделаю еще на что-нибудь туториал. Всем пока-пока. До следующих видео. Вы мои самые лучшие. Бай-бай.